В Анапе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении учредителя и директора акционерного общества «Санаторий Маяк», а также директора строительной организации. Их обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору. По данным краевой прокуратуры, фигуранты похитили более 45,5 миллионов рублей в процессе организации ремонта в санатории. В надзорном органе выяснили, что по заключенному договору работы были выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости. При этом акционеры об этом не узнали. Уголовное дело о хищении денег в санатории направили на рассмотрение в городской суд Анапы. Если вину фигурантов докажут, то им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.